Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Снега как не бывало, листья везде и на тротуарах, и на газонах. Вот что резко похолодало, естественно, они бы еще висели на деревьях. Но. Сегодня вышло солнышко. Прекрасная погода. Но я иду на работу. Естественно, этой красоты сегодня я не смогу вам показать. Ну что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить следующие видео. А я в свою очередь показывать много-много всего интересного. Поехали смотреть мое видео. Вперед! В данный момент я нахожусь в одной из учреждений. Здесь у меня дела. Дела. Ну вот, все, я все свое сделала. И прохожу. Видите, дождь прошел. Блестит асфальт. Вот солнышко вышло из-за туч. Так, осень оголила деревья. Зашли мы с вами в магазин. Здесь всякие новогодние безделушки продаются, которые украшают на Новый год, новогодние праздники. Дома, квартиры. Ну, почему бы и нет? Сувенирчики разные. Такие вот я очки купила. Вот у нас после новогодних салатов поставались. Я так отдельно, я, по-моему, показывала вам. Отдельно пакеты заворачивала морковку, картошечку. Яйца были, остались тоже. И сейчас буду делать салатик с этих крабовых палочек. Мне так нравятся они, что вот индивидуальные. Вот мне нужно сейчас 2 штучки взять. Или 3. И я их просто оторву. Видите, как? Одну, вторую. Классно, да? Ну вот хозяйка вспомнила, что нужно чайник от накипи почистить. Да, мы этими не только моем посуду, не только готовим кушать. Хотя надо хоть раз показать, как мою посуду. А то мы готовим, показываем, как мы готовим, а как мы убираем после приготовления пищи. Как-то редко это показываешь. Вот чайник хорошо закипает. Видите, накипь, прям видно. Вот накипь уходит. И сейчас чистенькое стеклышко. Да. О, чайничек аж блестит внутри. Так, а здесь готовлю кушать. Готовлю так, опять капусту режу. Варю борщик, да? Да, борщик варю. Это все после новогоднее приготовление. А еще все равно осталось. Макарончики обжариваю. Не, вермишель, когда борщик сварила, да. Да, сейчас еще буду делать салат. Ну, а почему бы нет? Я макароны этот обжарила. Не про том, про то, что смотрите, какой салатик классненький получился. Он такой вкусный. Я вот здесь орехи там, крабовые палочки, морковка. Ага. И со сладкими тарталетками. Пирожные такие вкусные, индивидуальные. Одно пирожных скушаешь, и все, и больше не хочется. И так на недельку, да, поштучно. Ну, а семья большая, мы один раз. Так, капуста квашеная заканчивается. Открыла. Ой, какой запах пошел квашеной капусты. Все на донышке. Скоро будем делать, квасить. Готовьтесь, будете смотреть, как я квашу, как я шинкую. Да-да-да. Середина зимы, надо пополнять свои запасы. Так, а здесь я приготовила свиные лапки под холодец. Ага, сделала бутербродик, сварила яйца. И опять же, любимый кофе пью. Нет, я кофе пью только один раз в день, утрица. Ну, видимо, это с утра я
Так, поставила. Так, лапки, они у нас ночь простояли в холодной воде. А теперь оставила, поставила варить холодец. Любимую жареную картошечку я жарю. Так, холодец медленно-медленно. Супчик буду. Картошечка вот-вот будет готова. Лук просто. Вот она, любимая моя картошечка. Так, дальше опять же на супчик все готовлю. Котлетки. Ой, они... Нет. Они невкусные котлеты. Не. Горчицу сделала. Вот из горчицы на ночь залила водичкой. Когда они жарят, то, конечно, я хотела кушать. Не, хлебушек. Вот и хлебушек купила, лаваш. И лучок режу. И сейчас буду делать самсу. Ага, так, картошечки. Покушать-то надо, хочется кушать. Так, вот фарш, лука очень много. И самсу. Я давно ее не делала. И как-то сразу не очень получилось. Ага, вот, бутербродик, видите, котлетка внутри. Нет. Видите, она не разваливается. Хорошо, правда, надо скрутить. Я как-то треугольнички, это надо почаще делать. Ну, летом не делала, весной тоже. Вот зимой обычно такую еду хочется. И не разваливается. Оно, видите, как красиво получается. Вот треугольнички, когда красиво-то. Ну, у меня есть видео, когда я их делала. Я пытаюсь снимать, но тяжело держу этот камеру. Снимаю так. Потом уголочек надо заворачивать. Вот. Сейчас я его заверну. Отключусь. Лаваш должен быть свежий, чтобы не ломался. И вкусный-вкусный. Потом маслицем смазываешь. Смотрите, какая прелесть. И теперь мы будем с вами шинковать капусту. Капусту буду солить. А это остались, которые... Вот фарш остался с луком. А вот эта вот котлета, которая... Невкусная. Вот эти вот просто фарш с луком, они такие вкусные. Вот нарезала я капусту. И как я ее буду солить? Видите, у меня замоченные эти квашеные эти сливы, чернослив. Я вот это вот, ну, мы же много съели, а водичка, она осталась, этот рассол. И вот мы заливаем, я заливаю этим рассолом из-под сливы, из помидор, из-под яблок, вот, из-под этих огурцов. И не делаю специальный рассол, раствор на капусту, а просто этой жидкостью. Я в прошлый раз просто солила. Вот, видите, теперь огурчики тоже. Вот, там уже пол ведра огурчиков осталось. И это, жидкости много. Это я слила тоже тут даже в капусту. Вот, и огурцы в рассоле. И капуста вот полностью в рассоле. Ну что, приятного аппетита, всего хорошего!